שלום עליכם, דרגי דרוזיה. תימא סיבודנישני רוק, וז'נד לקשדו ואת נס. קשדי את נס, חוג'ית סטט אידיאלנים צ'לווקם. איפייתם הדווייטי ומייסטי פפרובוי מסקעת, קקאיה צ'לווצ'סקי קשסטווה, מוז'נה שיטת סמי וז'נה, סמי אסנבנוי, אי כתורי גרנטירווי דיסטוויטלנה שטו במי בילי חרושי לודי, חרושי עברי. Что это за качество? Мы находим, кстати, в Пиркей Авот, вторую главу, как известные мудрецы, как Раби Йоханан бен Закай, спрашивает этот же вопрос. Какое самое лучшее качество должен искать человек, изучать и стать таким же? И я хочу сегодня задавать такой же вопрос. Чтобы быть идеальным человеком, какое качество мы должны в себе укреплять, и осваивать, чтобы это было наше качество, и это будет гарантировать того, чтобы мы по-настоящему были бы хорошими людьми. Ответ находится в этой недельной главе, глава ваэт ханан, которую мы будем читать во всех синагогах в ближайший шаббат. Кто нам рассказал об этом ответе в Тора? На этот вопрос, который есть в этой главе, рассказал нам очень важный, известный мудрец, Раби Йонатан Айбешиц. Он жил больше, чем 300 лет назад. Был раввин, известный и важный раввин в Европе. И последняя его должность была раввин город Праг. Праг был еврейский город. Можно сказать, может быть, самый важный еврейский община в Европе в те годы была в Праге. Но Раби Йонатан Айбешиц, перед тем, что он стал раввином города Праг, он был уже известный раввин, но он работал раввин община в небольшой община в небольшой город в Европе. И один раз, после того, что раввин город Праг вернул свою душу Всевышнему, пришла к Раби Йонатан Айбешиц делегация с евреев из Праг и с просьбой, и предложение переехать в Праг и возглавить еврейскую общину в Праге, стать раввином еврейской общины в Праге. Конечно, это очень убедительное такое предложение. Ни один человек не может отказать такое предложение. Тем более в те годы, когда мы понимаем, что такое Праг в те годы и в еврейской жизни. Но Раби Йонатан не спеша. Он сказал, дайте мне немножко время подумать. И пока распустился слух в город, там, где он был раввин, потому что вы знаете, наш раввин, рав Йонатан Айбешиц, получал приглашение от известной общины Праги переехать туда. Но в город тишина, никто не реагирует. Пришли еще несколько дней, и рав Йонатан Айбешиц дал свою согласие. Но он сказал представителей общины с Праги, он им сказал, мне нужны 3 недели, чтобы подготовиться, упаковать все мои книги, личные вещи. Все-таки много лет живу я здесь, переехать это большая логистика, это большое дело. Чтобы через 3 недели, чтобы здесь были в Праге 3 извозчики, чтобы они могли погрузить все мои вещи и везти в Праге. 3 недели спустя уже все знают об этом. И в город приезжает 3 извозчика, которые тащат за собой большие кареты, чтобы там было место погрузить все личные вещи семья раввина Раби Йонатан Айбешиц. Но в город пока еще тишина. Никто реагирует на этой шокирующей новости о переезд Раби Йонатан Айбешиц из этого города в город Праги. Последний день, перед тем, что он переехал, он позвал все евреи этого города на большое собрание. Они собрались в синагоге, все спешили, что вдруг Ребе зовет всех на собрание. И он говорит им, вы же слышали 3 недели назад еще о том, что я вынужден покидать этот пост раввина в вашем городе. И я еду в Праге, чтобы возглавить там еврейскую общину, чтобы стать раввином город Праг.
Но перед тем, что я уезжаю отсюда, у меня будет большая просьба к каждому от вас. Какие у него были просьбы? Послушайте. Он говорит, моя первая просьба, что и после того, что меня здесь уже не будет, продолжайте посещать синагоги в будние дни и в шаббаты. У меня тоже просьба, что после моего ухода отсюда, что вы будете дальше соблюдать кашрут, покупаете только кошерное мясо, кошерное вино, кошерные продукты. Также у меня просьба, продолжайте отдавать ваши дети учиться в еврейских школах, в хейдер, в ешива. Когда наступит Песах, соблюдайте Песах, кушайте маца. Когда наступит Суккот, соблюдайте праздник Суккот, сидите в сука и читайте браха, благословение на четыре вида растения. И в Рош ха-Шана не забудьте слушать трубление в шофар. В Хануке зажигает ханукальные свечи. И, конечно, тфилин накладывает каждый день мужчины и женщины зажигают шабатные свечи. Община сидит в синагоге, переполненный зал, и они не понимают, что тут происходит. Что вдруг Ребен стал беспокоиться о самые основные обязательства перед иудаизмом, которые держат каждого человека? Один еврей держал, поднял руки и сказал, Ребе, у меня вопрос. Вы же знаете, что мы хорошие люди, что мы хорошие евреи. Как вы можете подумать, откуда вам в голову появляются вот такие мысли, что после вашего отъезда мы, не дай Бог, не будем посещать синагоги, что мы не будем кушать кошерное мясо, чтобы праздники и тфилин не будем соблюдать? Ответил им Раби Йонатан следующие слова, и это касается нашей недельной главы и ответ на наш вопрос. В нашей недельной главе начинается с истории, как Моше Рабейну обратился к Всевышнему ваэт ханан, 515 раз он попросил отменить переговор, который запрещает его въезд в страну Израиль. Всевышний ему сказал, не обращайся ко мне больше по этому вопросу. Я не хочу сейчас говорить на этой теме. Хочу вернуться к словам Раби Йонатан Айбишиц в последнем его выступлении перед своей общиной. Он сказал, обратите внимание на тексте в этой главе ваэт ханан. Моше Рабейну прощается с народом Израиль, и он предупреждает им, во время, когда вы будете в страну Израиль, меня уже там не будет с вами, вы должны быть очень осторожны, не дай Бог, не служить идолам, не падает на идолопоклонство, дальше соблюдать законы Тора, сдержаться на вашей вере в Бога и так далее, и так далее. И вдруг он говорит, я же не буду с вами. И кто виноват в том, что я не буду с вами, это же вы? Все, что вы делали меня в эти годы в пустыне Синай, которая довела меня до того, и сейчас я не буду с вами. Поэтому он возвращается к тему, будьте очень осторожны, очень внимательны в вашей новой жизни там, верите в Бога и не дай Бог, не служите идолам. Спрашивается вопрос, во-первых, почему он предупреждает им о идолопоклонстве? Что он верит в них, что они уже воспитанные люди, сильные, хорошие евреи, они знают, что они хотят. Во-вторых, что, почему посередине разговор о предупреждении о идолопоклонстве, а вдруг он упоминает его личные отношения с ними, что он не поедет в Израиль и, возможно, не в этом виноват. Почему он опять возвращается к этой теме? Сказал известный цадик и мудрец и раввин Раби Йонатан Айбишиц. Моше Рабейну смотрел, анализировал его отношения с еврейского народа и что он получил в ответ. Он жил в Медиан, он, когда Бог к нему обратился и сказал, езжай в Египет и освободи мой народ. У него были хорошие и спокойные жизни, но он откладывал все в сторону, и шел в Египет, место, которое было опасным для него, фараон же хотел его убить, за историю, которая была 80 или 60 лет раньше, но он ни с кем, ни с никакой причины не считался и пошел в Египет. Там он рисковал своей жизнью целые 12 месяцев, ходя к фараону, требует у него освободить народ Израиль. Потом 40 лет в пустыне Синай, как мы читаем в главе Итро, как он сидит с утра до вечера и судит между ними.
к любой конфликт, любой спор, любой вопрос, любая проблема, есть один адрес. Все стучают в одну дверь Моше Рабейну. Моше Рабейну ожидал, что когда он стоит на таком момент, непростой, когда Всевышний не отменяет свой переговор, Моше Рабейну ожидал поддержки от народа Израиля. Он не мог соглашаться к этой равнодушной отношении народа Израиля к этому переговору. Они должны были вся община вместе собраться и сделать большая молитва, попросить милосердия у Всевышнего за Моше Рабейну, чтобы Бог пустил его в Израиль. Многие вещи они могли бы делать, хотя бы от минимум от того, что Моше Рабейну делал ради них. После греха из разведчики, после греха золотого тельца, что он сказал, вычеркивай моя имя от твоя Тора, если ты не будешь простить их. Пусть они что-то скажут Всевышнему. Они могут сказать Всевышнему, мы не пойдем в Израиль без Моше Рабейну. Но со стороны еврейского народа молчание. Все равнодушно относятся к тому, что происходит. И поэтому сказали Моше Рабейну, вы знаете, неблагодарные люди, я не могу на них полагаться. Я могу полагаться на благодарный человек, но когда люди неблагодарны, я не могу на них верить и полагаться на них. Поэтому я вынужден предупреждать вас, не служите идолам. Самая основная вещь в Торе, поскольку тут я имею дело с какими людьми? Неблагодарные люди. И тогда сказал Раби Йонатан, вернемся к нашей истории, сказал Раби Йонатан Айбишит свою общину. 30 лет я живу среди вас. 30 лет я являюсь ваш раввин. Любая проблема выстучали у меня. День и ночь, выходные дни, будни дни, праздничные дни. У меня не был выходной, у меня не был отпуск, у меня не было время прием. 24 часа в сутки я был предан вами. Любая ваша проблема я решал. Семейная проблема. Проблемы с воспитанием детьми, проблемы между вас, проблемы, которые касались общественные дела, личные дела. Все я для вас сделал. Я полностью был предан к вам целые 30 лет. А теперь вы слышали, что меня предлагает новая должность раввином город Праг. Вы все об этом слышали. Уже стоит здесь извозчики, которые готовы меня собрать все мои вещи туда. И от вашей стороны одна молчание, вот поэтому я переживаю. Неблагодарные люди – это ненадежные люди. И поэтому я вынужден был собрать вас в синагоге сегодня и попросить у вас, и без меня, соблюдайте Тора и ее заповеди, ходите в синагоге и все, что он им сказал. Я думаю, что мы ответ уже получали. Основное и самое главное качество у каждого человека – это быть благодарен. Благодарный человек – это порядочный человек. Благодарный человек – это надежный человек. На благодарный человек можно полагаться. Давайте будем мы благодарны. Мы будем благодарны прежде всего Всевышнему, а тогда мы никогда не будем грешить. Мы будем благодарны нашим родителям, а тогда мы всегда будем к ним относиться с уважением. Будем благодарны нашей супруге, и мы всегда будем хорошие мужи и хорошие жены. Короче, быть благодарной – это самый лучший секрет нашей счастливой и хорошей жизни. Шаббат шалом!